Всем привет, с вами Елена, и вы на канале Заказ USA. Сегодняшний обзор мой будет вот таких вот кроссовок, которые получила я с официального сайта Reebok с Англии. Это кроссовки для мальчика, значит, третий у нас, третий размер американский, 2,5, так как мы брали в Англии, это 2,5 United Kingdom, да, 34 европейский. Заявлено, что стелечка у нас 22 сантиметра. Итак, давайте мы откроем, посмотрим их. Вот такие вот кроссовочки нам пришли. Так, посмотрим. Классные кроссовки. Это классика, абсолютная классика Рибока. В их стиле сделан определенный стиль, да, как вот у Рибоков. Мне не очень нравится, сразу скажу, что у нас подошва. Подошва у нас мягенькая, очень мягкая, будет комфортно. Так, давайте сразу стелечку померяем. Стелечка тоже мягенькая. Постараюсь показать вам. Видно, да, как мой пальчик заходит сюда? Отлично, вот она наша стелечка. Так, давайте сейчас мы сразу ее замеряем. Итак, заявлено 22 сантиметра. Сейчас проверим. Стелечка классная, ярко-желтая, такая прям вот лимонная, очень красивая. Итак, по стелечке у нас 22,5 сантиметра. То есть на пол сантиметрика у нас есть запаса. Ну, чтобы быть точными, 22,4. Вот это будет точно, вот смотрите. Значит, на 4 миллиметра наши кроссовочки больше мерят. Вот так они сделаны внутри, все очень аккуратно. Сейчас я вам открою липучки и покажу их. Вот так, вот они, смотрите. Вот так вот они сделаны внутри. Очень классно, очень удобно то, что съемная стелечка. Мне это всегда нравится, вот наша стелечка. Почему нравится? Очень удобно, можно вытащить, помыть стельку, высушить, открыть кроссовок благодаря липучкам, и они просохнут. Это хорошо, если вдруг там ребенок намочил, либо же были какие-то активные занятия, ножка вспотела. На самом деле никто этому не уделяет внимания, но для меня это важно. Итак, вот так вот стелечка у нас ложится, проверим, да? Классная стелька. Значит, внутри что у нас? У нас бока, вот они видно, да? Они объемные. Здесь вставлен поролончик, так? Вот у нас, смотрите, показываю вам тоже. Пяточка объемная, тоже вставлен поролончик. Будет очень мягенько, ничего не будет абсолютно натирать. Здесь у нас получается вот такая вот атласная подкладочка. Язычок сам наш тоже мягенький, он объемный. С одной стороны кожа, со второй стороны у нас вставлено, получается, поролончик мягенький. Вот такой видно, да? Вот он, смотрите, насколько объемненький. Итак, вот у нас указана та же информация, что и на коробочке, но получается слегка, они больше мерят на 0,4 миллиметра, так? Кроссовочки, видно, на липучках, фиксируются не на шнурочках, а на двух липучках. Дырочки для липучек вот такими вот сделано, это, да, это металл, скорее всего, да? Нет, это пластмасса. Вот такие вот пластмассовые дырочки. Очень удобно. Вставляются без проблем абсолютно. Вот. Вставили липучки. У нас получается внутри они красного цвета. А почему красный? А под логотип. У нас на язычке логотип Reebok красный. У нас вот логотип Reebok красный. И здесь красный. Соответственно, липучки сделаны под цвет красного цвета. Комбинированы вот такие кроссовочки кожаные. На двух липучках удобно, почему? Потому что у кого деток ножка узенькая, очень будет удобно фиксировать и будет хорошо держать ножку. Классика, обычно слегка закругленный носочек. Носочек у нас видно, да, что вот он защищен слегка каучуковой вот такой вот подошвой. Вот она. Достаточно, смотрите, хорошие у нас вот протекторы. Они глубокие. Есть у нас также вот логотип Рибока. На подошве. Подошва мягенькая. Видно, что двухсоставная. Вот она, белая основная пена, да? И каучук, вот он, синенький наш. Итак, под синюю подошву наставлены вот такие вот синие полосы. Так, пяточка и носочек укреплены дополнительно кожей. Вот нашивочка идет, одна кожа, плюс носочек укреплен. И пяточка здесь у нас дополнительно кожа укреплена. Качество отличное, смотрите. Вот я вам показываю. Все очень аккуратно сделано, проклеено. Смотрите, никаких нет, нет никакого там выступающего клея. Неаккуратно очень прошиты швы. Смотрите, настолько все сделано качественно, аккуратно. Действительно, мне нравится. Вот такие вот кроссовки.
Реально крутые кроссовки, правда. Я рекомендую вам к покупочке. Ваш ребенок будет абсолютно довольный. Удобно то, что они кожаные, белый цвет. Даже то, что это белый цвет, но учитывая, что это кожа, они будут очень легко, за ними уход будет. Почему? Потому что тряпочкой протерли, и у вас кроссовочки как новые. Вот такие кроссовки. У меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока!